Осталось только прострелик сделать, и все, имба. Я ни в кого не промахиваюсь сегодня. Ой, брат. О, еще раз следующий! О, раунд может закончиться или... Нифига! Что? Это просто шедевр искусства, посмотри на это. Всем квакаё, братва! Рикардо, тебе как всегда приветик! Всем добрее, чуваки! Наконец-то вышло что-то новенькое в стендофике. Заходим в менюшку и видим Galaxy Bundle. Все, братанчик, сегодня я буду максимально разоряться. За каждую смерть покупаю Galaxy по одному Galaxy Bundle. И получается, я дойду до третьего уровня и потрачу максимально... Учитывая то, что я еще до этого потрачу максимально... Это будет просто максимальное разорение сегодня. Че думаешь? Я думаю, надо погнали. Мне нравится, что тут паттерны, ножи и авик, и вообще все в паттернах. Интересно, что будет выпадать. Надеюсь, какой-нибудь да, нереальный паттерн. 3, 2, 3, 4. Офигеть просто. Вот это паттерн нереальный. Так, надеюсь, он мне выпадет. А на авике, пожалуй, мне выпадет тоже 2, 3, 4. Тогда мы окупимся, можно сказать, с бандула, потому что тут, я уверен, будет окупать паттерн, а не сам бандул. Поэтому погнали в каточку. Алле, Рикардо, полетела каточка. И знаешь, что я первым делом заметил, что нас ждет? Нет, что нас ждет? Там Куанупс и Харитейдж, киберспортики на месте. Будем разоряться максимально, походу. Ну ладно. Ладно, покажем им свой киберспорт лягушать, чтобы они знали, что мы не просто так зашли. Шаришь? А что за квадратики? У меня квадрат. У тебя одновременно это было? Это что было? Да, у меня только что появился какой-то белый квадрат. Это что за фигня? Нам будут что ли еще квадратики какие-то мешать посреди катки? А, он тут, он тут. У меня опять эти квадраты. У меня квадраты типа появляются на весь экран, что это? Игра! Дефа, Дефа, я тебя прикрою жестко. Я не могу двигаться! Что? Не двигайся, я сам сюда. Чел! А как он снизу без звуков был, офигенно. Имба, игра, слышь, особенно вот эти квадратики на пол экрана. Ладно, погнали покупать первый пасик. Так, Рикардо, первый уровень бандл пасса куплен. Смотрим, что же там интересненького по... Я думаю, там появился. По паттерну. Так, 112 паттерн. И смотрим, что тут. Ну, кстати, в принципе, непонятно как. По P90 ничего не скажешь. Поэтому покупаем все P90, а дальше вообще будет разносик. Потому что мы сейчас самые, по идее, не очень паттерны заберем. А самые топовые нам выпадут под конец. Поэтому это многоходовочка. Запоминайте тактику и проверяем ее. Погнали. У всех квадраты на пол экрана. Что это такое? А, что? Понял, второй пасик. Нормально. Блин. Просто жесть. Пока узнаешь проблему игры, у братвы все пишут «да», «плюсы», а меня просто в этот момент пушат специально. Так, и у нас на счету вторая смерть. Сразу смотрим паттернчик. 319. О, чекай, звездочек, по-моему, не было вот этих. Я не помню, были звездочки или нет, но, по-моему, их не было. Поэтому, в принципе, офигенные паттерны, судя по тому, что я вижу хотя бы тут звездочек. А в прошлый раз не видел вот этих голубеньких. Ладно, все, погнали дальше. Ладно, я вычисляю. Мужик, отойди с юспом своим. Чем ты играет? А, нет-нет, не флешка, не флешка, не флешка. Есть. Ух, нифига. Красивенько. Нифига, тут челик просто упал, подскользнулся немного. Опять квадратик. А, этот квадратик, я понял. Это когда противника замечаешь, появляется этот квадратик на пол экрана, ты бы видел. Найс! Имба! Все, камбэчим жестко, я не знаю. Квадратики, это просто какая-то дисбаланс тема. Просто они тебе на весь экран показывают, где противник. Это что за фигня? И стендов исправьте, пожалуйста, а то неудобно с квадратиками играть. Пошли, пацаны, пацан, пацан. За мной, Рикардо, сюда, сюда, сюда. Давай теперь это быстренько, называется. Быстренько в плент. Ой, это... На лестнику хотел сказать, я не в пуэнт. Есть! Готово. Нифига они не ждали такого. Найс! Жесть, как я живу. Я просто выживаю нереально, это жесть. А все! Раунд может закончиться или... Неплохо, обнова вышла просто. Кстати, братва, обязательно я буду разыгрывать бандл пассы. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, ссылочка в описании. На 140 тысяч подписчиков мы их разыграем, поэтому не забывайте про это тоже. Каждому надо подписаться и вернуться, досматривать легендарный видосик. О, квадратик. Ноускоп за такое. Ладно, не без ноускопа. Ладно. Ладно, еще раз. Не топай там. А, уже прострелит, они уходят. О! Нет! Как я не попал в спину! Жесть! Ладно, идем покупать. Так, ну что, Рикардо, третья получается покупочка. И последняя, P90, мы смотрим, что получается у нас по паттерну. 135, что за фигня? О, чекай, тут нет звездочек уже, смотри, видишь? Угу, они вниз ползли. Неплохо так. Тут, кстати, тоже неплохо, но тут их как будто больше было в прошлом паттерне, поэтому вообще имба. Блин, будет офигенно, если сделают паттерны еще на граффити. Вот это вообще имба будет. Поэтому надеемся, когда-нибудь такое сделают разработчики. Надеюсь, вы смотрите видосик и, может быть, на заметочку возьмете. Ну а мы погнали дальше. Последний P90. Третий.
Найс, отлично. Братанчик, шансы сделай нам на победу. Отлично. Ты будешь сейвером ТХ моего. А может быть я буду... Красиво. Капец, я контрил жестко. А, так в доме чел. Ну да. Так что, ну да? Ты типа знал, что ли? Я его на префе жестко вот так и возьму и сделаю. Офигенно, флэш тайминг! Что это за тиммейт? Кто ты? Ты сам кинул? Я не кидал, я просто прыгнул в тайминг, и меня тиммейт просто заруинил момент легендарный. Я в афиге, как это работает? Научите меня так же тиммейты красиво в тайминг не кидать. Я смотрел на тиммейта в этот момент и думал, что это ты. Это по-любому, да? Ладно, я понял. Ладно, я рискну всем. Давай, давай, давай. Есть? О, слева где-то... Ноу-скоп. Ай, нифига у него позиция, прям не вовремя я вышел, она прям этот, мне на руку не сыграла. Ну ладно, четвертый бандл пас. Идем покупать, у нас еще, сейчас, по-моему, будет первый авик покупаться. Так, Рикардик, следующая смерть. И началась самая разорительная фигня, я уже купил авик. Просто сколько он стоит, посмотри, это жесть полная. Просто 2000 минус. Дорог. Нет, ты прикинь, я купил только один авик, а еще два авика по такой цене, это просто жесть. Просто максимальное разорение. Зачем такие цены, дорогие? Смотрим, что за паттерн, надеюсь, легендарный паттерн выпадет. Let's go. 298, проверочка. О, это легендарно. Нифига, нифига. Но смотри, очень красиво. Да. Я видел, какие там были до этого, просто вот так листал по осмотру, и там было, я такого, кстати, не видел, вот это очень четкий. Тут прям, видишь, на рукоятке выражен ярко цвет. Вот тут прям темно, и вот тут прям идеально темно. Просто жесть, офигенный паттерн. Мне вот это вообще нравится. Спасибо, как говорится, за хороший паттерн в начале самом. Погнали дальше. Так, ну у меня попыточка номер 2 затащить каточку с авиком в соло. Пробуем. Да ты чё? Ой, как же они не могут меня поймать. Еще? Жесть. Я ни в кого не промахиваюсь сегодня. Ладно, пиксельмена за это возьму даже. Оу, фликшотики полетели. Ой, ладно, ноускоп. Ну давай. Ай, он чё, он знает на префе меня? Понял. Легендарный ноускоп! Был бы. Ладно. Так, следующий сливчик. Я уже закупился снова. И, Рикардо, ты готов осмотреть новый паттерн? Конечно же, погнали. Новый паттерн. 7, 8, 8. 2 восьмерки, это офигеть. Это очень счастливое число. Ой-ой-ой. Как будто... Но он симпатичный. Как будто он переливается, смотри, как будто он переливается. Да, вот так. Да, переливается. О, вот так в темноте он вообще будет четкий, смотри, как в темноте. А если вот так на свету, он не очень как будто. А потом резко в темноту уходим, и смотри, как он переливается, стал офигеть. Стендапе ж так много темноты. Блин, ну это круто, если честно. Не знаешь, как будто эффект переливания, как будто тебе выпала легендарка какая-нибудь наклейка. Вот это круто сделано. Ладно, погнали дальше. Что, он один успел как-то пуэн заложить, когда он только что меня не простил? Странная тема. Вы что, сольетесь, мужики? Не надо, пожалуйста, нет. Только не слив. Вы сольетесь, мужики. Это слив. Это габлина. Так, Рикардо. У нас денег нет на авик больше. Это все слив полный. Так, это Б, походу. А чисто. Ой, наоборот, я хотел сказать. Б чисто, это А. Как говорится, послушайте обойну, сделайте наоборот. О, что? Я на префе стрелял, как он меня убил? Я понял, тупо какая-то максимально глупая сливная произошла. Просто префом стрелял и каким-то чудом меня убили. Я понял, идем покупать. Так, и у нас на счету последний авик, последний слив для авика. Смотрим, что же за паттерн решающий будет. И надеюсь, он легендарный будет, нереальный. 0.14, что? Это очень мало. Нифига! Что? Блин, ты посмотри, это какой... шикарно. Это просто шедевр искусства, посмотри на это. Вот посмотри сверху, сверху, смотри, как переливается красиво. И тут прям идеально сна... Вот тут, ты понял, где, с да? С розовым, блин, это вообще эмбуличка. Это шедевр, просто жесть. Я хочу себе такой авик, но что-то такой братва, паттерн. Надеюсь, этот паттерн будет самым дорогим. Пожалуйста, никто его больше не выбивайте, чтобы он у меня только был идеальный. А прикольно придумал, кстати. Жесть, все, братва. Надеюсь, я его запатентовал себе, этот паттерн. Все, всем спасибо, я пошел. Дальше. Надеюсь, не сливаться. Погнали. Как? Вот это что? Это он попал, и в него попал. И не добил. Как? Что это за лайки? Это просто игра подфартила братану нереально просто. Короче, я не знаю, знаешь, что я заметил? Когда мы снимаем такие видосы, всегда какие-то максимально глупые и непонятные сливы происходят. Ой. А, если ой, у меня.
Нет, как я в одного не попадаю? Что это? Как это просто? Я не знаю, я вплотную не попадаю. С ноускопа у меня просто специальная игра, как будто... Она как будто ноускопы отключает во время этих видосов разорительных специально. Там невозможно было промахнуться, но у меня просто вплотную сквозь него пуля пролетает. Я в офиге. Идем покупать последний уровень. Ну что, Рикардо, последняя, 7-я смерть до конца банда упаса у нас пройдена. И мне очень интересно, что это будет за ножичек. Я уже его купил. Смотри, какая, кстати, у него цена, это просто нереальная цена, жесть, посмотри. Хорошо, хоть плюс 1000 голды дают, вообще халява. Блин, это очень... Ой, рамочку дали, стой, рамку надо надеть, рамку надеть. Офигенная рамка, человек, я киборг просто лютый. Ладно, смотрим, смотрим, что за паттерн у ножичка. 184. Подожди-ка. Кстати, он неплохо переливается, но я думал, у меня попадется какой-то с разными цветами. Тут как будто один цвет только, но он зато переливается немного. Смотри, он с синего переливается на фиолетовый, смотри. Да, да. Вот это круто, кстати. А вот с другой стороны фиолетовый чисто такой, темно-фиолетовый на фиолетовый переливается, офигенно. Ну, кстати, я думал, похуже будет, но оказывается, четенько. И вот тут на свету тоже классно, смотри, как отблескивает вот тут. Офигенно, короче, я рад банду пасу, вообще офигенно. Я нас, братва, обязательно тоже подписывайся на телеграм-канал, иначе, блин, пропустите розыгрыш банды упаса. Ссылочка в описании на телеграм-канал, не забывайте. Все, погнали. Так, ну я, получается, последний уровень купил. Следующий, получается, смерть. Мне считать по одному уровню для подписчиков. Все правильно, да. Настик. Главное, чтобы еще 7 раз не умереть, а то будет еще в минус много голды. Там нас мид пушат толпой. Ладно, хэдшотик зигла показывал, братве, за все. Давай уходим, мужик, просто вместе. Да. Залетел! Хорош. Почти ваншот. Ну, не ваншотик. Блин, выкидывай тогда. Нет, 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 нет! Выжил! Вот это красиво. Беги, спасайся! Найс, просто, просто живу максимально нереально. Вот это 5-5 счет, блин, это печально. А еще, блин, если мы будем сливаться и выигрывать раунды постоянно, это будет очень плохо. Надо, чтобы мы уже наконец-таки 10-5 выиграли. Блин, это квадрат на пол экрана мешает, когда важная ситуация. Идем Б, 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 Б. У кого план, мужики, принесите срочно. Что? Стигу, он просто прячется в спину. Ну, мне в спину, как всегда. Я не знаю, в этих видосах проблемы спинные вот эти пики. У нас чел просто, просто чел с P350. Я понимаю, просто в спину, братва, только забирает, когда тут чел и P350 наши разваливают. Так, окей. Первый банда упасик уровень. Подписчикам уже есть, имба. Братва, не забывайте подписываться в телегу, иначе пропустите реально розыгрыш. А он в телеге будет обязательно, знаете это. Как? Что это? Спокойненько. Второй банда упасик. Мне не жалко, в принципе. Найс. Что за битва? Чисто киборгов. М40 против Алика, кто сильнее? Найс. Немного не залетело, но что бывает, бывает. Короче, пуш, мид, а я Тёмку, и мы затащим на изи 100% инфа. О, погнали, хорошо. Погнали, погнали. Нам надо сейчас брать уже наконец-то раунда, а то что-то мы сливаем свою игру уже. Есть. Понял. Минус 76, 2 хедшотика получается. Третий банда упасик уровень. Я не знаю, как всегда на зло просто такие катки разорительные сливаются. Не знаю, каким чудом. Вроде мы тащим, а вроде бы все-таки нам чего-то не хватает каждый раунд. Но главное, что банда упасик на месте. Тоже это хорошо. Хоть в чем-то плюсы есть, да? Правильно, ты что надо? Ты что там? Такие скинчики зачетники. Ой, блин, опасный зажим был. Я уже испугался. Ой, из Савика, ой-ой-ой. Мужик, беги, там сейчас раздефают. Мужик, не стой, АФК. Блин, могли бы выиграть, возможно. Там даже без звука. Там, кстати, ты слышал уже звук? Да, я тоже не слышал. Офигенно. Походу, слышишь, все какие-то фигни стендофа возвращаются снова в игру. Это фича? Как говорится, не баг, а фича. А, так они, может быть, пофиксили. Раньше звук не должен был быть, он появлялся. ГГ. Ой, нет, только не говори, что ты меня заберешь случайно. Моя очередь. Красиво делать, мужики. Ой, брат. Еще один давай. Кто следующий? О, еще следующий! Остался один последний. Ой-ой-ой, ну как вы откомбычили. Он в ребрах справа. Иду за ним.
У нас два чела с авиком и один с М40. Хорошо, что они не слились, а то у меня перезарядочка началась не вовремя. Так я о чем? Он же мог затащить еще изи. Да, я про это. У нас два чела с авиком, вы что, прикалываетесь там что-то? Так я не знаю, у нас, походу, рабочая схема найдена. Авики. Какая? А, ну, кстати, тоже верно, мы же затащили. Осталось только прострелик сделать, и все, имба. С первого раза. А, спина, нет, живу. Выжил. Хорош, все, это последний камбэк. Остался. Возможно, на. А может и нет. Блин. А, он тут, он спереди. Ну, уходите на аплэйм, может быть, уйти просто. Ухожу, прошу. Так, бомба куда-то идет, куда вы идете? Куда пуэнт? Алло, зачем? А, он на уверенности, нормально. О, 5-14, вот он импостер главный найден. Я тренировки, что ли? Я как капитан, я координирую тут всех. Я вот посылаю вам и свою энергию, чтобы вытащили. Чека, еще раз прострел. Ладно, уже не работает больше. А, да я не знаю, там чел, по-моему, просто играет с мега удачей. А, нет, ну что за тайминг, ё-моё, это тот, ты вот это про этого человека, который с мега удачи, да? Да, не все там с мега удачи, забей. Ладно, ничего страшного, 4-й уровень банда у пасека, братве, нормально. Ой, мужики, одного, пожалуйста, не простите, вместе надо было. Только не ноускоп, брат, у тебя не сможет залететь, возможно, как у меня. А, как даже у меня у самого сегодня не залетает, поэтому лучше не рискуй. Сейчас пофиксили ноускопу, видать. Фух, он не рисковал, это хорошо. Блин, последний раунд, печально. Я думал, мы тащим, а мы что, сливаем? Вы что, рофлите, что ли? Да ну, ё-моё, ну что ж. Он минус 60, кстати. Нет, живу, офигеть. А, я один остался. Всё-таки. Хорош. 10 хп, это изи. Ну да, Зухтарван, ладно. Ладно, я сделал все, что в моих силах. В принципе, 21 на 12 кэррил каточку немного. Слабенько. Ладно, так, и у нас получается 5 бандоупасов, правильно? Правильно. Короче, да, 5 бандоупасов разыгрывается, минус 9 получаем, в принципе, не так много. Поэтому не обидно даже за этот проигрыш. Главное, что мы купили себе бандоупас. Поэтому, братва, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк. И всем до следующего видосика. Всем пока!